Всем привет! Меня зовут Елена Коваленко. Я эксперт в области продвижения бизнеса MLM. Сегодняшняя тема – как побороть страх в сетевом маркетинге. Я думаю, что очень многие, наверное, каждый из вас сталкивался с этой проблемой. У меня, например, было то же самое, особенно в самом начале. Я не знала, как рассказать людям, своим знакомым, незнакомым, неважно кому, что я пришла в бизнес MLM. Мне казалось, что это как-то стыдно и так далее и тому подобное. Но я понимала, что здесь большие деньги, чего же я стыжусь. И я поняла, что все это благодаря моим стереотипам. Хочу поделиться с тобой одним методом, который мне очень помог в свое время. Итак, сядь, закрой глаза и пропусти через себя ощущения. Сначала представь, что этот бизнес именно твой. Что имеется в виду? Он только твой, не твоего спонсора, не спонсора спонсора и так далее. Это именно твой бизнес. Теперь представь, что это именно твоя компания, твой бизнес, что ты генеральный директор или собственник. И представь, что ты тогда рассказываешь о своей компании, делаешь презентацию, что это именно твое дело, которым ты гордишься и в которое ты хочешь вовлечь большое количество людей. Вот как бы ты себя чувствовал, какие бы были у тебя ощущения в данном случае? Представьте, что за вашей спиной огромная организация. Это и маркетологи, это юристы, это менеджеры, это производственный цех. В общем, огромное количество людей, которые работают именно на вас, чтобы вы могли делать хорошие, огромные товарообороты и хорошо зарабатывать. Ощутите и осознайте все это. Кроме того, в современном мире появилась возможность вести ваш бизнес удаленно. И вы показываете, рассказываете людям об этом и даете им возможность заработать деньги. И вот когда я это все осознала, я это все прочувствовала, стала рассказывать людям о том, какие огромные возможности у нас совершаются, да, что у нас огромный завод по производству косметики, что мы выходим на иностранные рынки. И меня взяла такая гордость, что теперь, когда я рассказываю своим бизнес-партнерам, новичкам об этом всем, я передаю такую мощную энергию и уверенность, что человек заряжается и вовлекается, и, конечно, становится моим бизнес-партнером. Просто это все осознай и начни применять. Я бы очень хотела, чтобы ты поделился в комментариях после проделанного упражнения, какие осознания к тебе пришли, что ты почувствовал, какие эмоции испытал. Также я бы очень хотела, чтобы ты поделился своими проблемами, что ты испытываешь, какие проблемы возникают, когда ты предлагаешь бизнес людям. Я очень рада буду, если это видео поможет тебе и создаст скачок в росте в твоем бизнесе. Если видео тебе понравилось, ставь, пожалуйста, лайк. Не забывай нажимать на колокольчик, чтобы увидеть мое следующее очень интересное видео. Подписывайся на мой канал и, конечно же, приходи на следующую нашу встречу в моем следующем видео. С вами была Елена Коваленко. Пока-пока.